Хай, друзья, с вами StealthPro, и сегодня мы покажем факторизейшн мод для Майнкрафта Base Edition. После установки данного мода в нашем мире появляется довольно большое количество механизмов. Да, и это порт оригинального мода Industrial Craft с ПК-версии Майнкрафта. Что ж, здесь у нас здесь нет, но, к сожалению, нефти, нет текстуры. Но, как обещает нам разработчик, он обещает нам добавить ее текстуру, да. Это будет обязательно сделано. Также здесь смешанная руда, ну и, конечно, обычная руда, которую вы можете найти в обычном мире, да, в обычном ванильном мире Майнкрафта. Есть также два вида деревьев, это обычное дерево и дерево с какой-то рыжей штучки, я забыл, как это дерево называется, но вы можете сами это посмотреть. Есть атомная бомба, с помощью дополнительных штук вы можете взорвать эту атомную бомбу. Есть также рыболовная сеть, с помощью которой вы можете ловить рыб несколько раз быстрее. И маркер, с помощью которого вы можете расчертить себе территорию, улей, из которого улетают вот эти пчелы. И я вам дам совет, если у вас не вылетает и не появляется пчела, то просто-напросто зайдите в настройки Майнкрафта и включите сложность. Да, они работают только на включенной сложности. Также есть джетпак. Когда вы одеваете джетпак, у вас появляется кнопка. И при нажатии на эту кнопку вы взлетаете довольно на большое расстояние. И есть такая дрель. Вот, и можно сказать, она копает несколько раз быстрее. Есть также очень красивая броня. Вот, есть распылитель бетона, который распыляет нам бетон. Есть нефть, которую я вам недавно показал. Давайте я выкину это ведро, чтобы она не мешала. Есть смешанная руда, как раз, которая получается вот из этого блока. Есть поводок, он также работает, как и на ПК-версии Майнкрафта. Давайте сейчас это посмотрим. Вот, теперь жители будут ходить за нами. Но, к сожалению, этот фокус не проделается с этими пчелами. К сожалению, это так. Ну... Все это сглаживает нано-сабля, с помощью которой вы можете убить моба с одного удара. Да-да-да-да, вот такая классная сабля. Ну и мод очень классный. По идее, здесь очень много чего можно поделать также в режиме выживания. Очень много разной брони и очень много разных механизмов. Ну и что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.